В Сенгилеевском районе до конца этого года начнет работу новый завод по производству сухих строительных смесей. В проект уже инвестировали более 500 миллионов рублей. По окончании строительства цифра вырастет. Строительную площадку будущего предприятия посетил глава региона. Важным показателем при реализации любого инвестпроекта является создание новых рабочих мест. На первом этапе реализации проекта необходимо 25 работников. Набор и обучение ведется среди жителей Сенгилеевского района. Как правило, это люди, которые переехали с вахты. На сегодняшний момент, значит, построен уже главный корпус, уже на 90%. Построено вспомогательное помещение, уже внутри смонтированное технологическое оборудование, где-то на 85% вспомогательные в цехах, то есть сушка песка, тоже оборудование уже завезено. Возведение завода началось в октябре 2018 года. На предприятии будут изготавливаться смеси различного назначения, от бытового для ремонта жилья до высокотехнологичных материалов для сложных технологичных конструкций. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ. Мощность в первой очереди составит 16 тысяч тонн продукции в месяц с возможным увеличением до 30 тысяч, в зависимости от ситуации на рынке. Запуск производства и выпуск первой партии продукции ожидается в четвертом квартале 2020 года.